Чтобы лучше понять друг друга, в Госуниверситете ближайшие пару дней будет проходить международный проект «Вместе познаем культурные ценности». И для этого в наш город приехала делегация студентов и преподавателей из социально-педагогического колледжа немецкого города Херфорд. Гости уже посетили Москву и города Золотого кольца. Впечатлений масса. Россию они представляли себе иначе, более закрытой и менее дружелюбной. Неожиданно, что русские настолько гостеприимны, и даже в магазинах, когда они заходят, продавцы сразу же говорят: заходите, проходите, посмотрите. В Германии наоборот, когда вошел, на тебя там поза смотрят. Если, например, холодно или еще что-то, сразу предлагают тебе, может быть, шарф. Вот эта вот готовность помочь в русских людях для них была открытием. Иваново – финальная точка туристического маршрута делегации. Здесь им предстоит учиться и работать над проектом. Разумеется, вместе со студентами немецкого отделения РГФ. Основные темы две. Ребятам предстоит поговорить об отношениях к животным в разных странах и культурах. Мы хотим показать, что наш город является городом авангардного искусства, поэтому вот они получат задание, идут в музеи, они должны найти, представить какой-то интересный объект, который им понравится, классический, и затем найти либо на выставке, либо на улице города какой-то интересный арт-объект для того, чтобы показать, что Иваново в себе соединяет и вот это стремление к новаторству, к авангарду, и в то же время мы стремимся сохранить традиции. Такие встречи, уверены организаторы, позволяют лучше узнать культуру другой страны, ее жителей и научиться читать произведения искусства. Наши студенты в Германию ездили в апреле этого года. Там они посетили Бремен, Кёльн и Дюссельдорф. Дружба ИВГУ с коллегами из Херфорда длится уже 8 лет. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.